Добрый вечер всем. Гигант короля желтый. Итальянский сорт. Томаты очень мощные, крупные. Вот этот вот первый созревший. Примерно 600 грамм будет. Может быть больше. Такой вот на ладони едва убирается. Кисть мощная. Вот такая вот большая. Томатов много. Так, еще томатинка где-то спряталась. Так, там вот еще вторая и третья кисть, они как бы воедино слились. Так, вот уже и четвертая кисть завязывается. Уже до самого верха. Куст очень мощный, листья широкие. Необходимо при посадке оставлять место для него побольше. Где-то 50 сантиметров с каждой стороны. Вот такой вот томат Биколор, гигант короля желтый, итальянский сорт, высокорослый, средний ранний.